Вот мы сегодня, у нас что, четверг уже, да? Да. 27-й, наверное, 20 июня. Ну да, 27-е. Мы на Рыжковском пруду были. А вот эта деревня, бывшая Потеряевка, это улица стояла. Перед домами росли то поля, как правило, березы, все это засохло. Ну, еще спрашивать, 72-го года уже никого нету. Это же понятно, 72-го. 40 с лишним лет. И вот здесь тополь стоит большой. Сергей Павлович Пупков дрессировал собак. И вон там видно веревка. Пойдем посмотрим. Такой вот сучок. Целое дерево отломилось. Даже подходить опасно. Ну вот веревка, собаки дергали. Она осталась так, сучок в сторону. И не было никакой бури, ничего. И вдруг вон оно, гнилье оказалось вверху. И отломило вот этот треугольник. Три ветки рухнули. Вот если бы здесь стояло, тут приходила Василиса одна. Тоже с собачкой тут играла, дрессировала. И затрещала. Успела бы голову поднять или нет. С огромной силой падает. Ну здесь сколько тонн, это в машину не погрузишь. Видно или не видно это? Там видно, что в обхват отломилось. И то висит, которое... Засохло. А как избежать? Старые деревья надо сваливать, не ждать, когда оно рухнет. Ну, прямо оно видно где. Я как-то себя могу сберечь где-то там, на красный свет не ехать, там, идти правильное движение на дороге. Здесь дерево. Во время грозы почему-то гроза бьет молнией. Не будьте под деревом. И вот сегодня я увидел, когда такая мысль, это четыре сучка, даже сейчас вот подходить, и то опасно. Подойдем по той стороне. Помилуй, Господи. Вот этот сучок тоже отломится. И то, что у него там собаки это дергали, видишь, какой сучок. И длинный в сторону, это считается очень хорошо, крепко держится. А еще он крепко держится, когда трухля. Вот оно, то дерево, вот этот сучок, вон он туда соединяется, а там отходит еще. Ну, одному дерево не обхватить. Это надо вдвоем его обхватывать. Я задумался, тут тополя, это все уже, может быть, их и не было раньше. Свою жизнь не обиходишь никак, поэтому в руки Господни, говорит, предаю дух мой. Ну, надо сказать, чей это покос. Чтоб они убирали-то сами. Да, мы как-то ехали на бульдозера сюда, и тоже там где-то упало дерево. Вон там, видать. Я попросил бульдозериста, он развернулся, и ножом это дерево все туда, в сторону, туда, с дороги-то и смел. Упало. Вот сейчас, даже если дерево-то навернется, то она нас здесь почти достанет. Господи, помилуй и спаси. Мне... Я знаю, тут одна приходила Василиса, совместно облюбованная. Сергей Павлович был. Сразу прихлопнула бы. Ты, ну, тонна. Даже тонну не вожишь больше. Четыре огромные-огромные сухи. Вот так, Господи, помилуй нас, и ты сохранил. Я тут был с ними, собак тренировали, снимал. Не знаешь, где смерть подкараулит. И главное, никого не было, когда упало, неизвестно. Но видно, что еще не засохло. А вот недавно был сильный ветер, может, в этот момент и упало. А разницы нету. Сильный, не сильный. Главное, что мы остались живы. Все. Слава Христу.